У меня такой вопрос. Как молиться за неверующих родителей и за неверующую дочку? Они у меня мусульмане. Спокойно. Отдаешь их в руки Иисуса Христа? Говоришь так, я провозглашаю в духовный мир, эти люди не уйдут, пока не будут иметь возможность сказать Иисусу «да». Они не уйдут неспасенными и не циклятся на тех, кто не приходит, а перевести свое внимание на тех, кто кается сейчас и приходит к Отцу. Потому что в глазах твоих они родственники, в глазах Бога все его дети и все идут в ад. И когда у меня такое тоже, я тоже зациклился в некоторых членах моей семьи, Бог говорит, я не понял, это члены твоей семьи или члены моей семьи? Поэтому отдай их в мои руки, мое время для них придет. Мусульмане, они сатанисты, неважно. Просто отдай их в мои руки, покрой их ходатайством, молись за них, естественно. Но инвестируй себя в то, что сейчас уже созрело к жатве. Все понимаете? Инвестируй, вкладывай себя туда, что уже кричит о помощи, что уже готово повторять эту молитву покаяния и хочет прийти к Отцу. Поэтому, дорогие, не циклитесь на членах вашей семьи, потому что они могут украсть у вас время и украсть у вас возможность привести детей в Царство Небесное. Поэтому отдал их в руки Бога, посвидетельствовал им, чувствуешь, что напряг идет, они не принимают. Во-первых, ты ничего не можешь сделать. Приводит к покаянию только Святой Дух. Это значит, что я позволяю ему в свое время вмешаться, отдаю их в руки и не циклюсь на этом. Потому что они такие же самые души, как и души других соседей, которые готовы к жатве, которые готовы к покаянию. И я сосредотачиваю свою жизнь, свое служение на покаянии тех, кто готов. Все со мной? Вот это моя позиция.